То есть подготовьте их, пожалуйста, разомните. И кто, соответственно, артистичнее танцует, тот и получит наше звание самого танцующего, талантливого и незабываемого туриста теплохода «Капитан Пушкарев» на программе «Минута славы». Итак, начинаем танцевать сначала только руками. Ты казала полный дил, безобразно бомбардино. Я пришел, я разгибла, ты руки зрительного зала тоже могут танцевать и поддерживать. А теперь танцуем ногами. Вот как раз в Казани подходит Наталечка с танцором. Вот Вячеслав сейчас всех разбудит в музыку. Или из бара пригласить, кто знает. Замечательно станцевали ногами. Теперь танцуем плечами. Ух! Я даже не знаю, на какие плечи смотреть. Вячеслав, а? Или Инесса? Интересно, кто будет зарядку завтра проводить с моими плечами. Молодцы! Закончили танцевать плечами. Наградим аплодисментами. Это был перерыв, а теперь танцуем лицом. Эти глаза наоборот, калейдоскопа. Лицо тоже нужно уметь танцевать. Эти глаза наоборот, чем ярче и все теплей. Эти глаза наоборот, ярким потом. Вот он танцует. Я уже хочу в глазах сидеть. Что это? Молодцы, станцевали лицо.